Приветствую зрителей канала Russian Let's Play, с вами Анинзук, и это местная разборка с участием Эдика и Шурика, бойцов, которые круче всех показали себя на последней серии онлайн мяса. Итак, в течение 10 поединков они должны будут выяснить, кто же из них на самом деле круче. Что ж, ребятки, давайте, желаю вам мяса и удачи. Здесь никаких правил нет, имеют право выбирать кого хотят, хоть даже одним бойцом тащить все серии, то есть все бои, но это дело их, короче. Что ж, давайте посмотрим, и Шурик сразу взял смока, возможно, он смоком будет играть в течение всей серии, кто его знает. Если ему очень сильно хочется победить. Так, и сразу же, короче, попадается Шурик в цепки, не Шурик, а Эдик в цепки лапы Шурика и начинает летать в углу экрана. Так, блин. Все предыдущие мясные против... эти, блин, мясные разборки у нас Эдик победил с разгромным счетом, и сейчас все может быть выйти абсолютно наоборот, да? Против Шурика. Окей, давайте посмотрим дальше. 1-0 пока. По раундам. Опять попал на гарпун. Попал на дым. Что-то Эдику надо делать с защитой срочно. На все он попадает, чтобы Шурик не делал. Окей, блин. Жестко в одни ворота, короче. В одни ворота Шурик Эдика побил. И счет 1-0. Pay your respects. There is a new king. Так, ну что ж, начало жесткое, ребята, я не знаю. Что, может Ледик собраться и что-то противопоставить Шурику? Triborg. Triborg. Два Трайборга теперь. Да, походу Шурик решил тоже сделать разгромный счет и, короче... играть только своим мейном. И по идее Трайборг у него посильнее, чем у Эдика, но увидим. Так, если что, у нас фиолетовый смог, это Эдик. Что-то он смог немножечко приблизить, но опять все то же самое. Опять на... Вот, не знаю, привыкнет ли он к стратегии или нет. Если привыкнет, то что-то сможет изменить, но пока что все идет вот одинаково абсолютно. Поединка от поединка. Так, ну смотрите, Эдик начал как-то контрить, да, все-таки начал. О, кончил, короче. О, повезло ему сейчас, что просто не прошел этот, над ним пролетел, короче, гарпун.
Так, молодец, ну что, а метра не было, да? Вот зачем ты сейчас этой ногой удар сделал? Ну ладно, все равно, смотрите, сравнялся пока. Так, сейчас у них поровну, 1-1. Ну что ж, это уже интересно. Эх. Эх, не вытянул Эдик опять-таки, да? 2-0 счет, ребята. 2-0. Каково Эдику ощущать себя в шкуре своих предыдущих побитых соперников, а, ребят? Давай, Эдик, соберись. Ну уж ты-то. Ты не должен себе позволить так же проигрывать, как проигрывали твои оппоненты. Ты можешь играть лучше, мы знаем. Кстати, ребят, пишите в чате, за кого вы болеете-то все-таки. В комментариях не забывайте отписываться, за кого вы болеете. Какой счет вы предрешаете? Так, Шурик решил сменить персонажа. Но, между прочим, он не просто, так сказать, это сделал, потому что немножко Эдик начал уже понимать его тактику. Тут постоянно все на эту штуку ловятся, короче. На этот захват, можно сказать, телекинетический. Так, настучал по мордасам. Хорошо заблокировал, но все-таки не смог избежать оверхеда. Так повезло, что дальше не закомбил ничего. Ох, попался опять на эту телекинетическую хрень. И еще раз на нее попался. И невозможно что-то с ним сделать. Практически. Ох, мол, под конец замотал немного, но, блин, неужели этого, наверное, не хватит, скорее всего, да. О, пополам, все, короче. 3-0, да, ребята? Не знаю, в общем, ребят, надо Эдику что-то делать. Как-то надо ему концентрироваться, собираться, силы вбирать в себя и выпускать ее. Ну, давай, Эдик. После стольких побед мы не можем выдержать от тебя столько поражений. Пока из всех мясных разборок равной была только первая, где Скрим дрался с Рамилем, да, там дрались, это называется, как ноздря в ноздрю, да. А последние все идут, кто-то доминирует. Но тут резко все поменялось, картина просто.
Так, ну. Начал хоть ловить, Эдик, немного. Давай, Эдик, тащи. Всегда начинаешь болеть за того, кто проигрывает, блин. Потому что хочется, чтобы он сравнялся и чтобы мы побомбили. Так, 4-0. 4-0, ребята. Triborg. 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 Так, сектор против Смока. Вернулся к Смоку Эдик. Блин, счет 4-0, ребята. Ну как же так-то? Так тащил в предыдущих боях и так просто не может ничего сделать против Шурика. Ух ты, жестко прессит просто. Вот такое ощущение, что он просто ничего вставить не может. Как будто скорости не хватает. Мне кажется, где-то сейчас радуется один колхозников и один скрим, видя вот такое унижение Эдика. Блин, ребята, жесть. 5-0, все, короче, то есть... Одна победа и все, уже полностью решено, что Шурик победитель. Но Эдик должен хотя бы один бой-то вытащить, нет? Хотя бы не в сухую, Эдик. Ты слышишь нас, Эдик? Соберись. Половина зрителей болеет за тебя. Половина боев закончена, ребята. Даже сложно что-то комментировать, потому что все происходит от раунда к раунду одинаково практически. Сейчас Эдик молодец, конечно, поймал захват. О, сейчас хорошо сделал. Так, ну. Сейчас главное не сглупить и сделать что-то полезное. Вот это было понятно, что он сейчас заблокирует, он ждал этого. Надо было оверхед пытаться сделать, я не знаю, или захват, но явно не Юлу, потому что, ну, это понятное дело, что ты ей сделал, это было видно.
Так, очень неплохо. Сейчас в углу поймал. Так, на 31%, да? Молодец, оверхедик сделал. Ну, Шурик очень ловкий. Очень ловкий, товарищ. Хорошо поймал на камбушечку. Вот что же ты второй-то удар-то этот же, блин, не заблокировал ты эти, как же ты... Все, короче. 6-0, это уже все, это уже чистая победа Шурика. В мясной разборке, но еще есть 4 поединка и возможность хотя бы одну победу сделать Эдику. Вот реально, видите, ребят, как получается, как соперники реально просто отличаются по классу, получается. Какая-то у нас идет опять пищевая цепочка, да? Шурик ест Эдика, Эдик ест Скрима с колхозником, Скрим ест Рамиля. В общем, вот такая фигня получается. И на верхушке пока у нас Шурик оказался этой пищевой цепочки. Вот такое оно вот мясо. Все-таки решил, что у него за кунглау лучше все получается против Шурика, да, и решил пока за него играть. Ну да, вот он в углу-то его неплохо так поджимает вот с этими комбами, но потом, если вдруг он что-то пропускает, то ни черта у него же... Ой, блин! Вот это обидно. Это же, наверное, слив раунда сейчас будет, да? Да, черт возьми, так хорошо подзажал в углу и X-Ray просто. Ох, блин, ох, не везет Эдику сегодня. Тут, конечно, такие игроки, что каждый, ну, то есть любая ошибка оборачивается комбой 40% практически. Все, очередной бруталити. Так, это что у нас уже? 7-0, да? Я надеюсь, со счета не сбился. По-моему, 7-0. 7-0, ребята. Осталось 3 поединка. Шурику хотя бы один бы вытащить. Вот хотя бы один. Ну, давай. Ой, Шурику, Эдику, блин. Шурик уже все, что мог, и так вытащил. Скорпион. Так, ну... Трайборг. Ох ты, неожиданно Шурик решил Саб-Зиро взять, кивер Саб-Зиро против Скорпиона. Видимо, уже немножко расслабился, я так думаю. Жестко. Блин, жестко. Чего он телепорт не делает после ноги? Не срабатывает что-то, что ли? Я вот не пойму. Может, у них реально какая-то вот какое-то небольшое различие в пинге и не дает Эдику вот вовремя какие-то удары делать, успевать. Потому что ну, тут вот явно там телепорт был, да, и он как бы
О, молодец, раунд вытащил. Рано-рано. Все, Шурик уже блокирует эти оверхеды. Ух ты, молодец, сейчас вставил. Хорошо, телепорт. Жалко, продления не было. Один-один. Так, так, поймал, поймал. Так, неплохо. На 28%, да? Ну, тут уже не вышло. Тут уже заблокировали телепортик. Ух ты. О, повезло, повезло, что сейчас этот оверхед у нас сбежал. Неужели это первый бой, который у нас этих затащит, ребята? Да неужели? Ну как так-то? Ну! Ааа, молодец! Первый поединок затащил. 7-1 счет, ребята. Молодец. Все-таки смог. Хоть так, но смог. Фу, ну это напряг. Итак, 8-1 счет, ребята. Так, 7-1, да? 7-1 счет. И осталось два поединка. Хотя бы не в сухую. Хотя бы не в сухую. Осталось два поединка, ребят. Два поединочка осталось. Максимум внимания, максимальная ваша поддержка, ребят. Ставим лайк, кто любит мясные разборки и хочет в дальнейшем видеть их на нашем канале. Короче, видимо, Шурик психанул и взял опять смоука и просто жестко запретил Эдика. Неплохо, неплохо, что начал в углу его. Ох ты, вот это неожиданно сейчас поймал. Молодец, молодец, хорошо защищается сейчас Эдик. Этот раунд практически его, он практически у него в руках. Молодец, 1-1. Может, все-таки размялся, а? Может, все-таки тактику понял, просчитал. Надо стоять на месте так. Так, красиво сейчас сделал захват в телепорте. Ну все, короче, конец. 9, это что, 8-1. 8-1 в пользу Шурика. Ну что, ребят, последний бой. Последний шанс Эдику показать себя в этом бою. Pay your respects. There is a new king. Десятый поединок, ребята. И чем же он закончится? По-прежнему одна победа у Эдика будет или
Все-таки он сможет еще одну победу выиграть. Он реально не знает, кого взять уже. Не отступать и не сдаваться, Шурик, Эдик. Драться до последнего. Сразу же жесткая атака от Шурика. Ох ты, половина жизни уже у Эдика не осталось. Неужели он не сможет собраться в этом раунде? О, перкотом. Во, молодец, молодец, пробил его атаку сейчас оверхедом. Так, есть шанс в этом раунде вытащить, если вдруг у него как-то комба дальше пойдет. Эх, комба пошла у Шурика. Блин, ну вообще просто, ну... Какой потный раунд. Молодец, молодец. Эдику нужно представить, что он дерется с боссом вторжения. Молодец! Вот это вытащил раунд, этот я понимаю. Да ладно, собрался, собрался! Заблокировал оверхед и подкат. Шурик. Шурик непростой боец. Это все уже давно поняли. Да они оба непростые на самом деле. То есть просто кто-то играет чуточку круче. Любая ошибка стоит много процентов жизни. Поэтому вот так все быстро происходит. Вообще шанс жесткий выиграть. Но нет, что? Ай, блин. Капец, вообще был, я не знаю, что ему нужно было сделать, может телепорт просто резко метнуть, потому что он пробил бы, скорее всего, защиту, но, короче, все. 9-1 в пользу Шурика, и на этом мясная разборка завершается, просто это было офигенно, ребят, согласитесь. Ну что ж, на этом у нас все, с вами был Рашнарин Зука, встретимся в других мясах и мясных разборках на нашем канале, до новых встреч!